войны в 1971 году, по знаменитому фильму «Освобождение». Его снимал режиссер Озеров, который сам был фронтовик, прошел всю войну. И артисты, которые там играли, это тоже были фронтовики. Но песню написал Михаил Ножкин. Он до сих пор живой, старшее поколение его знает. Это был хороший, есть хороший артист. Он написал много знаменитых песен. Это песня «Последний бой». Исполняет семья Матюховых и помогает Андрей Кашкин. Я еще хотела сказать, что этот фильм «Освобождение», тоже все его знают. И, пожалуйста, с детьми посмотрите. И там, правда, показываются события 43-го года, потому что 41-й, 42-й не разрешили снимать «Озеро». Потому что мы знаем, 41-й, 42-й это было только отступление и ничего героического, да, кроме того, что там просто мясами солдатам закидывали все эти сражения, ничего там. Там было много героического, но не то, что хотел вот Серпо-Молот рассказывать всему миру. Это батюшки, да, тоже немножечко информация. Итак, последний бой. Михаил Ножкин.